Сегодня у нас утро, 4 июля 2018 года. Вот поехали встречать тут на станцию Корчино. Приезжает брат Владимир Галендухин, Владимир Юрьевич, с детьми. И вот у нас в поле, не доезжая Корчино, вон элеватор видно. Машина сломалась. Слетел ремень. И помпа расшаталась. Видимо, там внутри жидкость вытекла вся эта. Посол. Вот она, вот эта вот запчасть болтается полностью вся. Откуда я знаю? Там все расписал по минутам. Степа лучше знает всех. Начальство все у нас. Все, по первый раз решил встретить, прокатиться на газели. Вот. Не получилось у него. Ничего так прокатиться. Ну, что сделаешь? Все в жизни бывает. Ну, ладно. Слава Богу за все. Аллилуйя. Ну, вот возвращается Алексей Устинов. Встречал Владимира Галендухина с детьми. Вот едут со станции Корчино. Сейчас будут газель пробовать тащить. Мерки. Ой, Володя, потеряешься, труднее великий. Так вот тебе. Ой, здравствуй. Степа. Чего вы сломались? Помпа, говоришь, полетел? Помпа, да. А в машинах разбираешься? Да. Володе надо этого. Писчика, он тебе поклон передает. Ладно. А это что-то я ему... Он говорит, поедешь по Теряевку, выйдете, по смс-ку пошлешь. Приедете, пошлешь. И говорит, барабашу крепко. Я говорит, у меня мощи не хватит, и упадет. Сейчас сколько у вас там? Трое. Трое, да? Да, трое. Двое этих деток, 7-летние, и это... Ольга, мама. А, все понял. А, мне с тобой, да? Нестор, ты не мешай. Ой, это. Степа, отойди, не мешайся. Нас четверо. Тебе сколько лет? 10. А там 7-летние двое. Тимоша, Тимофей и Лев. Ничего себе. Не бойся его. Мы такой лет. Не настоящий. Мы не настоящие. Если она сейчас поедет, то может быть он что-то помнит. Сейчас подожди, Лешка, подожди. Степа, ты можешь, в принципе, уже сесть. Где садись, сиди там. Что там, брат? Что-то подкрутить надо? Степа, ты что закрылся? Зачем?
А как бабус потащит-то? Ну, вот так и потащит. Нам Потеряевку нужно. И в Корчево. А тебе что? Тебе в огород не надо. Сиди и радуйся, что ты катаешься. Вот так. Да. Он должен постоянно как-то как бы чувствовать, чтобы натяжка была, да? Вон у него название такое Иоанн. Рыбачат, видимо, с утра пораньше. Вот этот кос. Удивительно, крючок какой-то тут. Смотрел, Борь, какой-то короткий сделали. Подлиннее бы, конечно, надо. Вот он вылетел. Сейчас просматривает, чтобы можно было проехать. Не нарваться ни на кочки, ни на яму. Все-таки, видишь, крючок оказался тут мелковатый. Что такое сделали, непонятно. Давай. Спасибо.
Что, решили тут, да? Да, есть тут ровно. Вот. Когда тебя кто-то тащит при поворотах, совсем неудобно. Мостику. Слава богу. Потихонечку едем. Дорога немножко неровная, да? Ремень дергает. Вот видит. У нас тут Степа все уже устал. Спит. Рано встал, да? Березы пообломаны, то ли их ветром сломало. Давайте такие проедем, и мы перед первой там остановимся, ага? Конечно. И все на это. Брат, а что ты рвешь там? А? Что ты рвешь? Жене цветы. А, у вот. У тебя нету жены, а так была бы жена. Понятно. Здесь целебные травы какие-то. Чай заварить. Как он? Брат Володя там пищика тоже на Урале как-то он говорит. Жены говорит, любят, говорит. Чтоб их иногда хоть чем-то говорит, побаловать говорит, цветами хотя бы. Да, тут трав много различных. А вот этот на дамбе вот такие небольшие стали провалы, это были или не стали образовываться? На этой? Да, да. Нет, ну они стали образовываться. Стали, да? Дамба оседает. Здесь же ее дамбу, когда ее в том году делали, угу. Как бы ее надо, глина свежая, она проседает. То есть надо подделать, подравнивать, подсыпать еще. Угу. Прям чуть ли не бульдозером опять. Где-то колея образовывается, вмятина какая. Да. Да, воды много стало. Да, есть много. Какие вмятины стали? Грунт-то не усевший, свежий. И поэтому весной тут, когда воды под самый верх, там вся глина как кисель.
сейчас как все поплывет и все нет. Она остановится где? Перед первым мостиком, да? Ну да. Ну, слава богу, хоть так. Решил все-таки проехать. Ну да. Решил меня вытянуть сейчас. Леша. Ну, решил испробовать у него машину свою. У нас спецагент спит все уже. Это, а, ну что, ты сам придешь или как? Или приехать? Как приехать? Не, ну, на УАЗике. Надо нам вдвоим. Допустим, я на УАЗике, а ты тут за руль сядешь. Ну, я говорю, что я сейчас съезжу, и тогда на УАЗике приеду, что ли, да? Ну, а это, например, битком, да? Народа? Некуда сесть. Кому? Ну, мне. Тебе? А, ну... Нет, ну битком, тут еще сумки все завалено, но. Допусти что-то. Без искушений никак потеряевку. Без искушений, говорю, никак потеряевку. Да, 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 да. Сейчас выйдут. Это, так вы что, втроем собрались со мной? Да ладно, нет, ну мы пешком пойдем. Ну куда-нибудь вон туда посредине. Все, пойди, залезь. Здравствуйте. Добрый день. Этот ноги тут не это. Посредине куда-нибудь сядь. Ему уходи ко мне. Ладно, ну, так, ну тогда что тогда планка? Да ладно ты это, ты сейчас занимайся, я сейчас приду. Там, ну вот, тебе подъеду. А, ну ты позавтракал. Да. Ну ты закрыл тут машину? Что там? Ну все там. Так, слава богу за все.